Никита Киселев – гордость детской школы искусств города Видное. Музыкой здесь он занимается уже 7 лет. Совсем недавно вернулся из Сочи, где проходил курс обучения в школе для одаренных детей «Сириус». По мнению специалистов, у него явный талант игры на ударных инструментах и большое будущее в этой специальности. Я хочу связать свою жизнь с музыкой, собираюсь поступить в училище имени Гнесиных. А потом что? Будет это группа музыкальная или оркестр какой-то? Как вы думаете? Я сейчас думаю только об обучении, желательно заграничном. С ведущим мастер-класса Андреем Зубовым Никита знаком уже не первый год. Профессионально мальчик растет на глазах маэстро. На встрече юный музыкант исполнял произведение Клода Дюбесси «Лунный свет». Участникам этого мастер-класса повезло. Андрей Зубов – профессионал высокого класса. Он не только преподаватель Московского училища имени Шопена, а еще действующий солист, литаврист Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», лауреат многих престижных конкурсов и преподаватель Фонда образовательного центра имени Юрия Башмета. Такой человек может дать дельные советы даже самым одаренным ученикам. Классическая игра, академическая, да? Требует большего порядка звукового. Да? Это академическая музыка, которой лично я занимаюсь, да, она требует больше порядка, конечно, больше порядка, более утонченного подхода. Да? И сегодня, что, собственно, меня очень хорошо поразило с хорошей стороны, это то, что стало больше такого тонкого подхода к изучению, к исполнению материала. Интерес к ударным инструментам растет. Все больше детей выбирают это направление музыкального искусства. Видновской ДШИ класс по обучению на ударных переполнен. Преподаватели считают это хорошим знаком. Без чувства ритма человек как бы вот он не ощущает такой гармонии с собой, поэтому это очень важно. Мы очень счастливы, что наш сын музыкант и ударник. В будущем, ну что, все музыканты как минимум умные люди. Мастер-класс продлился 2 дня. Следующие встречи с преподавателями образовательного центра имени Юрия Башмета в ДШИ состоятся 19 и 20 января. Их проведет педагог по классу фортепиано Елена Попкова. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.